Аккумуляторный Гейковерт Хеймердингер LB265 – это мощный и функциональный инструмент, который идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей домашнего ремонта. С его помощью вы сможете легко справляться с различными задачами, будь то закручивание или откручивание крепежа. Рассмотрим подробнее его характеристики и преимущества. Напряжение аккумулятора – 18 вольт. Емкость аккумулятора – 6 ампер-час. Тип двигателя – бесщеточный. Частота ударов – 2200 ударов в минуту. Максимальное число оборотов холостого хода – 2300 оборотов в минуту. Преимущество Хеймердингер LB265. Бесщеточный двигатель. Использование бесщеточного двигателя обеспечивает высокую эффективность работы, увеличивает срок службы инструмента и снижает уровень шума. Высокая производительность. С частотой ударов 2200 ударов в минуту и максимальным числом оборотов 2300 оборотов в минуту. Хеймердингер легко справляется с различными задачами. Он подходит для работы с крепежом в самых разных условиях. Защита от перегрузок и автоотключение при перегреве. Эти функции обеспечивают безопасность работы и защищают инструмент от повреждений, что особенно важно при интенсивной эксплуатации. Удобство в использовании. Гейковерт оснащен реверсом, что позволяет легко откручивать крепеж. Бесступенчатая регулировка частоты вращения дает возможность точно настраивать скорость под конкретные задачи. Встроенная подсветка освещает рабочую область. Антивибрационная рукоятка. Специальная конструкция рукоятки снижает вибрацию, что делает работу более комфортной и уменьшает усталость при длительном использовании. Гибкий вал позволяет работать в труднодоступных местах, что значительно расширяет возможности применения гейковерта. Индикатор заряда аккумулятора. Вот главные преимущества, которые отмечают покупатели. Большой крутящий момент, несколько скоростей, удобная регулировка позволяет адаптировать инструмент под разные задачи. Мощный, при этом не очень тяжелый. Колеса открутил на ура. Хеймердингер легко справляется с задачами по замене и установке колес. Цена-качество. Инструмент оправдывает свою стоимость и является хорошим вложением. Заключение. Аккумуляторный гейковерт Хеймердингер LB265 – это инструмент, который станет отличным помощником в выполнении самых разнообразных задач. Благодаря своим характеристикам и удобству использования, он отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть больше полезных обзоров и рекомендаций, не забудьте подписаться на наш канал. Ваши лайки и комментарии вдохновляют нас создавать новый контент. Спасибо за просмотр, удачи в ваших проектах и до встречи в следующих видео.